прекрасная царица Клеопатра. Девушка из мюзикла «Чикаго». Как много разных образов таят в себе произвольные программы. На финале Гран-при у Джонни Рошет тема «Самсон и Далила». У Акико Судзуки «Весайская история». У Эшли Вагнер «Половецкие пляски», которых я сегодня уже обжегся один раз. И только у Юнаким не персонифицированная программа, фортепианный концерт фа-мажор Джорджа Гершвина. Начинается произвольное катание у женщин. Финал Гран-при. Это последняя взрослая медаль, еще не разыгранная. Остаются после сегодняшнего дня только юниоры, танцоры и девушки, которые закончат свои соревнования завтра. Начнут в 6:30 по московскому времени. А в 8 откатаются уже и девушки. Итак, Вагнер, Судзуки, Рошет, Леонова, Ким и Андо. Короткие программы были прекрасны. Прекрасно было и катание Алены Леоновой, которая, конечно же, могла бы поближе придвинуться к лидерам, которые были не идеальны в своем катании. Но из-за выезда на каскаде Леонова отстает на 4 балла.